Саймон Ципис, доктор философии Боннского университета, эксперт в области национальной безопасности Тель-Авивского университета, читал лекции в университетах Израиля, Испании, Германии и Австрии. Основные области специализации – теории международных отношений и политология, реализм, конструктивизм, теории внешней политики, анализ внешней политики, FPA, принятие решений по внешней политике, FPDM, национальная безопасность, информационная безопасность, современный терроризм, европейская безопасность, безопасность Балканского региона и Ближнего Востока, холодная война и постсоветские исследования, современная Россия, внешняя и внутренняя политика, российские военные и кибервозможности, модели поведения советской и современной России, внешняя политика России на Ближнем Востоке, война в Сирии, война на Украине, война в Украине, политика России в отношении Центральной Азии, Кавказа и Балтии, дела Ближнего Востока, внешняя и внутренняя политика государства Израиль, внешняя и внутренняя политика Израиля. Провел более 10 исследований, один из ведущих сотрудников Института исследований национальной безопасности INSS. Здравствуйте, с вами я, Эйнулла Фатуллаев, в нашей студии в Хайфе. Как я анонсировал в нашем предыдущем репортаже, в Израиле в горячих точках продолжаются ожесточенные бои, но мы держим свой путь на север страны, где не менее драматические события, и мы к этим событиям еще вернемся. И во время нашей остановки в Хайфе мы представили накануне беседу с известным израильским аналитиком Сергеем Мигдалем. Сегодня же гостем нашей студии является не менее известный эксперт в области национальной безопасности Израиля, борьбы с международным терроризмом, Саймон Ципис. Мы сегодня пригласили его в нашу студию, чтобы порассуждать о происходящем в секторе Газа. А там развиваются драматические события, поступает новая информационная сводка о горячих боях, то есть война вступила в горячую фазу. Здравствуйте. Здравствуйте, Саймон, и я благодарю вас, что вы приняли наше приглашение. Я знаю, что то есть у нас с вами было одно мини-интервью, и я почувствовал, что у вас есть своя версия. То есть не то, что почувствовал, я понял, что у вас есть версия, своя версия событий, которые происходят в Израиле после злополучного 7 октября, который вы назвали кровавым октябрем, кровавого октября. Что происходит в Израиле? То есть вы считаете, что ваши службы безопасности, они намеренно пропустили этот удар? С какой целью? Будучи жителем Израиля уже более 30 лет, с малого возраста, и, в принципе, будучи воспитан на ценностях и идеях государства Израиль, государство Израиль как государство еврейского, будучи воспитан на ценностях сионизма, а где ценности сионизма, там и присутствует также воспевание, я говорю это без иронии, воспевание легендарных израильских спецслужб, внутренней разведки Шабак, внешней разведки Моссад, армии израильской, а также целого ряда других структур. Мне, как и многим жителям государства Израиль, до сих пор непонятно, и до сих пор, вот сейчас пока немножко шок уже с этих событий 7 октября уходит на второй план, и на первый план выходит целый ряд вопросов, как мог произойти такой колоссальный провал, который без преувеличения можно назвать самым большим провалом армии и спецслужб Израиля со времен войны 1973 года, нападение Египта на израильский военный контингент на Синайском полуострове, когда, в принципе, египетские войска уже практически подошли к государству Израиль, и уже тогда все прогнозировали, что Израилю конец, и Израиль будет капитулирован. Но этого не произошло, и до сих пор и в школах, и в училищах, и везде события
войны судного дня 1973 года, они, в принципе, преподносились как самый большой провал и крах военной разведки и внешней разведки Израиля и израильской армии, после которого госпожа Голда Мейр подала в отставку. И теперь, что мы видим сегодня? На наших глазах мы стали свидетелями еще более колоссального провала 7 октября. Причем этот провал мы потерпели не от регулярной армии, мы потерпели его от группировки, движения «Хамас». И об этом нужно будет очень намного более подробно рассказать, поскольку нужно понимать, кто стоит за этим нападением, и нужно понимать объективно, стратегически, не субъективно-тактически, а объективно-стратегически, на каком фоне произошло это нападение и кто эти вообще, вот это вот движение «Хамас», откуда оно появилось. Я прошу прощения, Сам, я знаю, что вы скрупулезно изучали историю становления национальной безопасности, системы национальной безопасности государства Израиль и знаете о перипетиях и деталях этого долгого процесса. Есть расхожая версия, да, она конспирологическая, она в некоторой степени не подтверждается документами и фактами, к чему мы обязаны апеллировать, но есть такая версия, что в свое время израильские спецслужбы были причастны к созданию «Хамас», потому что была стратегия для ослабления влияния «Фатха», необходимы были альтернативы. И тогда же израильские спецслужбы очень сильно помогли с точки зрения становления и развития этой организации. То есть выпустили джина из бутылки, которого сейчас не могут загнать обратно. Вы абсолютно правильно сделали предисловие. И я, с вашего позволения, поскольку я все-таки не хочу распространять сплетни и разного другого вида слухи, я буду постараюсь оперировать фактами и постараюсь в какой-то мере использовать более такой научный подход, нежели чем подход спекулятивный. Итак, давайте посмотрим хронологию вообще появления группировки «Хамас». Да, действительно, вы правы, группировка «Хамас» была создана либо с участием израильских спецслужб, либо с молчаливого согласия и потыкания израильских спецслужб в 1987 году в качестве противовеса другой группировки, группировка «Фатх», которая является ответвлением другого движения, которое называется «Движение за освобождение Палестины», ПЛО, или «Организация освобождения Палестины», ООП, которая была крайне активна в период Холодной войны, из которой, кстати говоря, ее поддерживал очень активно Советский Союз и советские спецслужбы. Это ни для кого не является секретом. Лидером этой группировки, этого движения, был Ясир Арафат. ФАТХ — это является ответвление вот этого ООП, которое было, в принципе, разбито вследствие попытки переворота в Иордании. В 70-х годах они понесли большой ущерб от иорданских спецслужб, потом они перекочевали в Ливан, там тоже они понесли ущербы, потери, и в конечном счете Ясир Арафат оказался на западном берегу реки Иордан. Там он обосновался, израильские спецслужбы дали ему там обосноваться, и группировка ФАТХ действительно осуществляли теракты и продолжали свое боевое сопротивление государству Израиль. В 1987 году с целью создать противовес ФАТХу был создан «Хамас». Что такое создан «Хамас»? Нужно понимать, что «Хамас» просто так, это не какое-то пионерское движение, которое создается. Чтобы создать это движение, нужно, во-первых, провести агитацию, во-вторых, нужно снабдить группировку обмундированием, вооружением, в-третьих, обучить пользоваться этим вооружением. Для этого нужны инструктора, нужны советники, нужно снабжение и нужно финансирование. Все эти моменты, все эти аспекты нужно брать во внимание, когда мы говорим о том, что основалась или появилась группировка «Хамас». Она не появилась из ниоткуда. Действительно, она появилась с помощью некоторых израильских структур с перспективой или с идеей того, что будет инициирована внутренняя борьба между «Хамасом» и «Фатхом», и они постепенно друг друга ослабят, и, как говорится, израильские спецслужбы просто снимут этот фрукт, уже готовый,
он сам упадет им в руки, и фактически палестинское сопротивление государству Израиль на этом уйдет в историю. Ясер Арафат, нужно отдать должное, обыграл Израиль. И он пошел на следующий факт, который нам фактически, нам, вот израильтянам объясняют, что этого не ожидали. А Ясер Арафат поставил ловушку, и израильские спецслужбы в нее попали. В 90-х годах, через 3-4 года после создания Хамаса, Ясер Арафат начал тайные, а потом явные переговоры с тогдашним правительством Израиля об урегулировании палестино-израильского конфликта. И это все произошло результатом этих переговоров, этого довольно виртуозного хода Арафата, стали договоренности в Осло в 1993 году, подписанные между Ясером Арафатом и Ицхаком Рабином. Эти договоренности стоили жизни Ицхаку Рабину, его убили в 1995 году. Так вот, ловушка, в которую попал Израиль, это Хамас уже создан, а Фатх заключают мир с государством Израиль и объявляют о том, что они признают государство Израиль, это раз, и два, признают право евреев проживать в государстве Израиль, это второе. То есть прекращают военное сопротивление с Израилем. Что теперь делать с Хамасом? Несколько десятков боевиков, прошу прощения, несколько десятков тысяч боевиков, не как сегодня, сегодня их начисляется около 70 тысяч, тогда их было меньше, но десятки тысяч были. Обученные головорезы палестинских боевиков, которые являются костяком группировки Хамас со своими лидерами. Что теперь с ними делать? Здесь я хочу сделать одно предположение и сделать одну заметку о том, что группировка Хамас и палестинский вопрос, они подпадают под ведомство внутренней службы безопасности Израиля. Это бывший Шинбет, сегодня это называется Шабак. Моссад не занимается активно Хамасом, Моссад занимается разведкой за пределами Израиля. Вся вот эта вот ноша этого проекта, а Хамас это несомненно был проект, она фактически была отчасти или полностью инициирована и поддерживалась и велась параллельно, сопровождалась службой внутренней разведки Шабак. И что происходит в 1993 году? Заключается мир, Арафат заключает мир с Израилем, Шабак остается с носом, они остаются у разбитого корыта. Они создали этот Франкенштейн, эту группировку Хамас. Ты не можешь прийти сейчас к десятке тысяч боевикам и сказать, вы знаете, все отменяется, работа отменяется, сдайте оружие, идите пахать поля. Это произойти не может. Кроме того, Шабак использовал и потратил колоссальные ресурсы, в том числе и человеческие, на создание, потому что ему была дана задача определенными кругами в израильском правительстве, создать противовес Фатху. Этот проект рушится на глазах у Шабака. Не зря бытует мнение среди израильского общества о теории заговора, я специально использую этот термин, о том, что за убийством Рабина стоит Шабак. Это не на пустом месте. Дело в том, что бытует такая легенда, что Шабак отомстил Рабину, поскольку внутри, за кулисами, шла очень ожесточенная борьба. Во-первых, между израильскими спецслужбами, которыми является Моссад, Шабак, службы МВД и службы военной разведки. Одни выступали за создание или поддерживание создания Хамаса, другие выступали против. Я предполагаю, что Рабин выступал, был ярым противником против создания Хамаса. Даже если он и не был противником, Ясер Арафат его обыграл. Он пошел, протянул ему руку и пошел с ним на мирные договоренности. И Рабин, которого, видимо, судя по всему, за кулисами уговаривали не идти на соглашение Осло, пошел на это и за это, судя по всему, был убит. Есть такая теория, что Игаль Амир, который застрелил Ицхака Рабина, он был, во-первых, членом движения ультраправого радикального движения израильских сионистов-поселенцев. А тут я хочу сделать еще одно замечание, что все движения ультраправые находятся под колпаком и под слежкой Шабака, и внутри них есть, внутри этих организаций и движений есть агенты движения организации Шабак, а также есть такие же, мы их называем на иврите Мишатфей Пеуля, масштабы. Это люди, которые
сотрудничают с Шабаком в группировке Хамас или в палестинской автономии, или на территории сектора Газа. Все очень сильно переплетено. Тут я немножко забегаю вперед и хочу сделать первое свое замечание, что тяжело поверить в версию того, что Шабак не знали о готовящемся нападении 7 октября 2023 года на Израиль. Возвращаемся назад. В 1995 году был убит Рабин. Я прошу прощения. Просто мы вернемся к предыстории. Вы затронули очень важный вопрос. А может быть, Шабак решил вас, то есть Шабак, ну, в целом государство Израиля, решило воспользоваться очень удобной, беспрецедентной для политической, с точки зрения политической истории, ситуации в мире для окончательного решения конфликта в Газе и вообще палестинского вопроса. Потому что, смотрите, сейчас можно сказать, что мир перевернулся. То есть то, что происходит на Украине, то, что происходит на Южном Кавказе, в других частях планеты, международное право не работает. Международные организации, в первую очередь, он полностью парализован. Мы оказались в ситуации 30-х годов. То есть можно проводить параллели с Лигой наций, потерявшей рычаги влияния на государство и на процессы в мире. И в этой ситуации работает право сил. Шабак, зная о готовящемся ударе, пропускает его и таким образом создает удобную для государства Израиль и Цахал ситуацию, чтобы, скажем, взять под полный контроль Газу, западный берег и навсегда покончить с палестинским вопросом. Как вы думаете? Эта версия не лишена смысла. Она действительно имеет место, право на место в этом уравнении. Здесь я хочу продолжить вашу мысль, наверное, и сказать, что Израиль сейчас разрывается между правым лагерем и левым. Левый лагерь настаивает на том, чтобы было провозглашено палестинское государство и раз и навсегда прекратился палестино-израильский конфликт. Левые думают, что если будет провозглашено палестинское государство, настанет мир. И война, вообще военное положение в Израиле и терроризм, нападение на евреев, теракты, оно все прекратится. Это глубочайшее заблуждение, я объясню почему. Я объясню, почему не может быть создано два государства для двух народов. Это просто физически, территориально невозможно. Единственный выход, тут я забегаю еще вперед, единственный, судя по всему, выход, к которому рано или поздно мы придем, это одно государство для двух народов. И тут возникает целый ряд вопросов о том, кто и как сможет или захочет, или будут иметь возможность проживать в этом государстве. Теперь возвращаемся на правый фланг. Правые, наоборот, они стремятся сохранить статус-кво. Дело в том, что вот, понимаете, международные отношения, все войны, все конфликты, которые вы можете изучить на протяжении тысяч лет истории, всегда конфликты, войны и противостояния возникают только по одному вопросу. Одна сторона готова воевать за то, чтобы изменить статус-кво, незыблемость ситуации. Другая противоположная сторона готова воевать, чтобы этот статус-кво сохранить. Эту формулу можно применить к любой ситуации в международных отношениях. И Израиль это не исключение. Хамас стремится изменить статус-кво, Израиль, его правый лагерь стремится сохранить статус-кво. Что в понимании правого лагеря сохранить статус-кво? К правому лагерю в основном относятся две категории, две группы израильского общества. Религиозные ультраортодоксы – это раз, это религиозная ветвь, и правые или праворадикальные сионисты, или как я их называю, неосионисты. Это ультрасионисты, которые готовы любой ценой сохранить статус-кво. Что в их понимании сохранения статус-кво? Ни в коем случае не провозглашать и препятствовать всячески созданию палестинского государства. Какую цель преследуют сионисты? И сионисты, и религиозные ультраортодоксы ждут одного и того же. По религиозным соображениям и те, и другие ждут прихода Машиаха. Однако сионисты, это то, что мы называем поселенческое движение, правые радикалы,
в их понимании, в религиозном понимании, Машиах придет только тогда, когда все евреи всей земли соберутся на земле обетованной, на территории Израиля. Религиозные ультраортодоксы считают и верят в то, что Машиах придет только тогда, когда будет построен третий Машиах храм. Мессия. Мессия, еврейский мессия Машиах придет только тогда, когда будет построен третий храм. Обратите внимание, цель одна и та же, но методы достижения цели разные. Сионисты стремятся расширить территорию Израиля, чтобы было место для прихода Машиаха, и чтобы было место, где бы все поместились евреи всего мира на территории Израиля. Поэтому они постоянно захватывают новые, все новые и новые земли, на которых проживают палестинцы, на правом берегу реки Иордан, в Газе и так далее. Ультраортодоксы религиозные, которые сейчас составляют интегральную часть нашего нынешнего правительства, они также стремятся, чтобы палестинцы были максимально угнетены, чтобы наконец-то овладеть доступом на храмовую гору, на котором должен быть воздвигнут, по их пониманию, третий храм. А третий храм может быть воздвигнут только в случае, если будет снесена Алякса. Да. Вот два антагониста, которые в принципе преследуют одинаковый один и тот же интерес. И это единственное, что их вместе связывает. И на базе этого наш нынешний премьер-министр Бенямин Нетаньяху смог сколотить правительство и прийти к власти. Еще раз подчеркиваю, в его партии сейчас половина партии — это две партии религиозных ультраортодоксов, Яадута Тора и ШАС. Вторая партия, лидерами которой являются Бен-Гвир и Смотрич, два сиониста-радикала, это поселенческое движение. Вот именно на этом зыблится власть Бенямина Нетаньяху. Левый лагерь уже фактически полностью от него отмежевается. Это и Яир Лапид, и Ганс, и все и другие политики. Они, в принципе, понимают, что постепенно начинают понимать, что та линия, которую он клонит, и та повестка дня, она заведет Израиль в тупик и отбросит его на многие годы назад. Теперь возвращаясь немножко, с вашего позволения, по поводу того, что вы сказали, правые видят шанс аннексировать, я буду употреблять это слово, поскольку оно в нынешней политике приобрело популярность, аннексировать сектор Газа. Да, это не лишенное смысла полемика, поскольку после аннексии Крыма и после аннексии Нагорного Карабаха... Нет, аннексия, освобождение. Освобождение Нагорного Карабаха. Я буду говорить так. После освобождения или присоединения Крыма и освобождения Нагорного Карабаха, в принципе, нет сомнений, что прошел какой-то пересмотр действий также в кабинете Бенямина Нетаньяху, где правые в его правительстве понимают, что если сегодня можно освободить, аннексировать или присоединить территории, и за это ничего не будет, значит, можно и присоединить, аннексировать или освободить сектор Газа. Я прошу прощения, чтобы мы были точны в формулировках, потому что это очень, скажем, чувствительный вопрос, как для нас, так для украинцев и, собственно говоря, для еврейского государства. Дело в том, что Крым, он являлся суверенной территорией Украины. Поэтому в данном случае речь идет об аннексии. Государство, субъект международного права, другое государство, оно, так сказать, вторгается и захватывает Крым. Что касается случая с Нагорным Карабахом, то эта суверенная территория была Азербайджана, тоже признанная всем мировым сообществом в качестве неотъемлемой части азербайджанского государства. Оно было оккупировано, сейчас освобождено. Что касается Газы, то я, на мой взгляд, это очень зыбкий вопрос, потому что, хотя согласно резолюции Совета Безопасности ООН должно было быть создано палестинское государство, его нет. И у Газы, скажем, временный статус. То есть это не территория Израиля, но и не территория, так сказать, палестинского государства. Но согласно соглашениям в Осло, оно является частью палестинской администрации, которая фактически находится в составе израильского государства. Я имею в виду, что можно и так интерпретировать. Да, здесь очень запутанная ситуация. Я попробую внести некоторую ясность. Я продолжу хронологию событий после убийства Рабина. Что произошло? В 2005 году Ариэль Шарон проводит программу размежевания. Выводит еврейские поселения из сектора Газа и также выводит армию.
Это идет в разрез с политикой Израиля, особенно с политикой поселенческого движения сионистов. В 2006 году Хамас через год выигрывает выборы и приходит к власти. В 2007 году Хамас фактически вырезает всех активистов Фатха в секторе Газа и захватывает силовым методом весь сектор Газа под свой контроль. Здесь мы приходим к ответу на ваш нынешний вопрос. Дело в том, что Газа уже теперь нужно рассматривать как палестинское образование отдельно. Отдельный субъект. Да. А палестинская автономия отдельный Совершенно субъект. Верно, да. Между ними есть вражда. Абу Мазан, он же Махмуд Аббас, который заменил Ясира Арафата, он сейчас опасается, что боевики-головорезы Хамаса предпримут попытку его ликвидации. Поэтому в охране Абу Мазана также принимают участие спецслужбы Израиля, чтобы его не убили. Поскольку если они убьют его, то есть опасение, что такой же военный переворот, как в 2007 году, произойдет военный переворот на западном берегу реки Иордан. Тогда будут вырезаны боевики Фатха, а многие просто перейдут на сторону Хамаса. Хочу отметить, что на западном берегу реки Иордан есть ячейки Хамаса, ячейки исламского джихада и администрация Фатха. Между ними есть периодические столкновения. Но дело в том, что в мусульманском мире, в принципе, можно сменить, часто происходит, что одни и те же переходят или меняют название и становятся просто членами другого движения. То же самое, что муджахеды стали Аль-Каидой, Аль-Каида стала Талибаном, но в принципе боевики-то не поменялись. То же самое и здесь. Они просто знамена меняют и все. Это называется ребрендинг. Они просто меняют, меняют свое название, но в принципе цели и боевики, и индивидуумы остаются те же самые. Внешний цвет меняется, а цвет крови один и тот же. Абсолютно верно. Поэтому я уверен, что есть очень острое опасение в израильских спецслужбах, что может произойти переворот на западном берегу реки Иордан, тем более после 7 октября, когда Хамас просто поднялся в глазах очень многих, не только на территории Палестины или Израиля, но и в мировых, в международном терроризме, и в глазах Аль-Каид, и в глазах ИГИЛ, и в глазах Талибана, и в глазах монархии Персидского залива, и в глазах Катара, и Ирана, и даже Турции. Не даже Турции, а тем более в глазах Турции. Хамас просто превратился из террористического движения или террористической группировки в серьезное, такое мощное, хотя на первый взгляд это в принципе за этим нет ничего, многое это просто мишура. Но действительно его нападение, вот этого вот движения, которое начисляет максимум 70-75 тысяч боевиков, а также целый ряд чиновников администрации, вот это движение, которое смогло фактически нагнуть Израиль и шокировать, очень глубоко шокировать его общество и заставить общество пересмотреть вообще всю повестку дня и всю базу, на которой стоит государство Израиль и его легитимность. Так вот, мало того, что в 2007 году пришел к власти Хамас в секторе Газа, в 2011 году пополнены были ряды Хамаса более 1000 боевиков вследствие сделки Гилад Шалита. И тут возникает, опять я возвращаюсь к тому, кто стоит за Хамасом. Дело в том, что не первый раз в открытый доступ поступает информация, которая, в принципе, большому количеству общества израильского, она, ну, как минимум, бывает часто непонятна. Во-первых, среди боевиков Хамаса есть большое количество боевиков, рядовых боевиков Хамаса, которые являются тайными информаторами Шабака. Самый такой вопиющий известный случай – это Хасан Юсеф, который был один из лидеров Хамаса на западном берегу реки Иордан. Он и его сын оказались информаторами Шабака. Это стало известно в 2002 году, поскольку именно с помощью этого информатора был пойман Баргути, который сейчас отбывает наказание, один из лидеров Хамаса, самая такая одиозная личность палестинского сопротивления, сейчас находится в тюрьме, и Хамас сейчас требует, чтобы в первую очередь он был освобожден. Второй случай также является тем, что Яхи Синвар, известный лидер Хамаса, за которым сейчас охотятся, Он ведь сидел более 20 лет в израильской тюрьме. Я, например, могу привести в пример высказывание одного из очень почитаемых мной арабистов,
профессор Мордехай Кидар, который является также являлся моим научным руководителем, когда я писал свою докторскую диссертацию. Я проводил с ним много бесед, интервью, где он мне помогал в понимании ситуации на Ближнем Востоке и в Палестино-Израильском конфликте. В одном из своих интервью он говорит следующее, а он изучал досконально несколько лет, он специалист по Хамасу, по палестинскому терроризму. Яхи Синвар говорит на иврите и обладает этим языком в совершенстве. Он абсолютно четко знает ментальность, менталитет, историю и культуру израильского общества. Даже в одном из интервью Мордехай Кидар назвал его, что он фактически израильтянин. Или вот он как израильтянин ведет себя, и он, в принципе, знает нашу ментальность, наши ценности и нашу культурную и традиции, поэтому он знает наперед, как поступит Израиль, какие у него есть болевые точки. Можно сделать смелое предположение, что Яхи Синвар, возможно, даже был завербован в течение этих 20 лет, будучи на отсидке в тюрьме Израиля, израильскими спецслужбами. Он был отпущен в 2011 году со сделкой, в результате сделки Гилад Шалита, было отпущено, хочу заметить, 1020 боевиков Хамаса, и он возглавил, он вернулся в сектор Газа и возглавил Хамас. До сих пор, уже прошло 4 месяца, Яхи Синвар не был ликвидирован после нападения 7 октября. Вообще неизвестно, где он находится. Я думаю, я сделаю предположение, что израильские спецслужбы и разведка знают, где он находится. Возможно, его не хотят по какой-то причине ликвидировать. Также есть еще один лидер Хамаса. То есть вы исключаете вероятность того, что израильские спецслужбы не знают, где он находится? Я не исключаю, но я очень сомневаюсь, что они не знают. Это просто мое личное сомнение. И не только мое личное, а у целого ряда израильских граждан вызывает большое сомнение, что израильские спецслужбы не знают, где находится Мухаммед Деф, Яхи Синвар, а также, ну это уже открытая информация, разведка Моссад знает, где находится Исмаил Хания и Машель. Они находятся в Катаре. Более того, вместо того, чтобы их ликвидировать, с ними ведутся переговоры. То есть возникает больше вопросов, чем ответов. Что же такое за движение Хамас и почему к нему вот такое вот отношение? Для того, чтобы еще подчеркнуть, еще больше, как говорится, выделить количество вопросов, нежели чем ответов по отношению к группировке Хамас, хочу провести некоторую также хронологию событий 7 октября. Во-первых, доблестные офицерши, я доблестные говорю без преувеличения, офицерши-наблюдательницы, которые, так называемый тацпиньот, которые сидели... Саймон, я прошу прощения, перед тем, вот к этой хронологии перейти, у меня еще один вопрос возник, я хочу вас спросить. Как вы думаете, когда, в какой период израильские спецслужбы прервали связь с Хамасом? И с какого периода Хамас сел на подпитку Ирана, начал получать... прямое финансирование из Ирана? Я бы сказал так. Мне кажется, я предполагаю, что Израиль не прекратил, не потерял связь с Хамасом. Связь с Хамасом до сих пор существует. По каким каналам и с какими методами и способами, я не знаю, не могу говорить, потому что не обладаю такой информацией. Но я смею предполагать, что связь с Хамасом, как с организацией, как с группировкой, не потеряна была ни на день, ни до 7 октября, ни после. Более того, вы напомнили здесь, как раз я сейчас хотел об этом сказать, по поводу поддержки Хамаса. Нас, я имею в виду общество Израиля, уверяют лидеры нашего государства, что Хамасу поддается поддержка и подпитка, и вообще за приготовлением нападения 7 октября стоит Иран. Но с 2018 года широкой общественности Израиля был большой резонанс и стало известно, что оказывается на протяжении многих лет с молчаливого одобрения израильских спецслужб из Катара поступают деньги, наличные деньги в чемоданах. Более того, под охраной израильских спецслужб эти деньги перевозятся на автомобилях и завозятся в сектор Газа. 2018 год, это уже задолго после прихода Хамаса к власти. Когда были заданы вопросы администрации премьер-министра, он признал, что с его молчаливого одобрения Хамас задолго до нападения на Израиль и после, что самое вопиющее,
после нападения на Израиль 7 октября продолжает получать наличные деньги с одобрения нашего правительства, которые идут из Катара. Эти деньги используются на закупку вооружения, приготовление взрывчатых веществ и на оплату зарплаты боевикам Хамаса. То есть, еще раз хочу подчеркнуть, возникает самый большой главный вопрос. Что же это такое за Хамас такой, который они не только не стремятся уничтожить, но и продолжают его с молчаливого согласия израильских спецслужб и израильского правительства спонсировать, помогать ему и давать возможность получать наличные деньги, которые идут из Катара, из монархии Саудовской Аравии и Персидского залива. Потому что за этим стоит не только Катар, хотя Катар является одной из самых богатейших монархий, тем не менее, она является, кроме Турции, самым главным спонсором Хамаса. Может, я поэтому говорю, может быть, Хамас и есть тот рычаг, с помощью которого решили навсегда покончить и завершить палестинский вопрос? Я к этому подхожу, да. Я понимаю ваш вопрос. Иначе можно ваш вопрос переформулировать следующим образом. Хамас – это является инструмент, и это я уже, в принципе, пытался донести до вас. Это является проектом. Это является инструментом, который ждал своего часа. И этот инструмент сейчас разыгрывается, причем разыгрывается на очень кровавой, жестокой почве, поскольку 7 октября были убиты более 1300 израильтян, большинство погибших это были участники фестиваля «Нова». Но тем не менее, вот такая вот кровавая цена была заплачена, а заплачена она была за что? Как раз вот это и есть противостояние между левыми и правыми. А за левыми и за правыми стоят силы не регионального масштаба, а глобального. Я могу привести пример. За левыми стоят демократы в США, за правыми стоят республиканцы в США. За ними также стоит еще одна сила. И поэтому действительно можно предположить, что Хамас в качестве инструмента был разыгран и продолжает разыгрываться в этой игре. И правые тянут на себя одеяло на то, что Хамас должен быть уничтожен. Сектор Газа должен быть аннексирован, и ни в коем случае не должно быть создано палестинское государство. Левые же, которые сейчас находятся, кстати говоря, у власти в Вашингтоне, это демократы, они гнут свою линию и проводят повестку дня о том, что нужно создать палестинское государство, чтобы Израиль, во-первых, наконец-то стал полностью либеральным, демократическим или абсолютной демократией, то есть этническое меньшинство палестинцев должно получить, обладать полными правами. Это в понимании левых демократов в Америке, среди которых есть очень мощное еврейское лобби, хочу напомнить. И среди республиканцев есть мощное еврейское лобби. Поэтому есть две политики. Израильская, произраильская и антиизраильская. Просионистская и антисионистская. И вот этот вот проект «Хамас», он разыгрывается вот в этой игре как карта. И действительно, по поводу того, что нападение 7 октября, я бы даже сказал, из него можно почерпнуть выгоду, могут почерпнуть выгоду как левые, так и правые. Левые в том понимании, что показать всему миру и израильскому обществу, что невозможно продолжать так жить, что невозможно постоянно воевать с палестинцами. Посмотрите, какое кровавое нападение они совершили. И с каждым разом это нападение все более и более дерзкое и жесткое. Нужно раз и навсегда решить вопрос с палестинцами, а решить его можно только путем провозглашения палестинского государства. Это левая повестка дня в их понимании. В понимании правых, посмотрите, какие жестокие палестинцы, посмотрите, какие жестокие группировка Хамас. Нужно полностью зачистить весь сектор Газа, ликвидировать всех боевиков, ликвидировать Хамас, аннексировать сектор Газа, расширить государство Израиль, сионистская идея. И фактически покончить с этим, не позволить провозглашение палестинского государства. Пусть же продолжают жить в своем анклаве на западном берегу реки Иордан. Если будет война, так тому и быть, будем воевать. Это повестка дня правых, которые сейчас, хочу напомнить, находятся у власти. Как раз вот именно вот эти два противовеса разрывают сейчас Израиль изнутри и снаружи. И израильское общество, и израильскую политику, и снаружи Израиль несет потери. Какие потери? Основные потери – это четыре фактора, которые появились вот за эти последние четыре недели. Объявленные администрацией Байдена санкции против поселенцев, израильских активистов – это раз. Два –
впервые беспрецедентное событие, США объявили об одностороннем, о начале одностороннего процесса и процедуры провозглашения палестинского государства. Три, США начали намекать на то, что они прекратят военную помощь государству Израиль. Корпорация Lockheed Martin уже объявили о том, что они прекращают поставки комплектующих для истребителя F-35 Израилю. И четыре, был инициирован судебный иск в Гаагском трибунале по нарушению прав человека и военных преступлений израильской армии в секторе Газа. Все четыре, прошу прощения, аргумента можно с легкостью разбить. То есть, смотрите, во-первых, что касается Гаагского трибунала, выдан ордер на арест президента России. И что, это работает? Да, правда, Международный уголовный суд, но какая разница? Второе, что касается военной помощи, Израиль это страна с высочайшими технологиями, уникальным военно-промышленным комплексом. Я не думаю, что Израиль будет обделен военной помощью в случае отказа США от сотрудничества. И, наконец, если Соединенные Штаты в одностороннем порядке признают государство Палестина, начнут создание, кто возглавит этот процесс? Хамас? Вы же сами говорите, что фактически израильские спецслужбы сейчас, значит, они обеспечивают охрану Махмуда Аббаса. Жизнь Махмуда Аббаса зависит от израильтян. То есть с кем Соединенные Штаты будут строить государство Палестины? С Хамасом? С Хезболлой? Абсурдная ситуация возникает. Вот я этого понять не могу. Я разделю свой ответ на несколько этапов, отвечая по очереди. Во-первых, это наводит на мысль, что, возможно, Яхи Синвар, а также ежелидеры типа его, это Хания, Машель и Мухаммед Деф, возможно, они намеренно не уничтожаются, не ликвидируются, поскольку, возможно, на них есть какие-то планы в будущем. Хочу заметить, что, несомненно, в будущем процессе урегулирования палестино-израильского конфликта и провозглашения палестинского государства активно будут принимать участие Баргути, Яхи Синвар, Машель и Хания. Очень интересно. Да. Дело в том, что второй вопрос, который вы задали по поводу провозглашения государства Израиля. По поводу военной помощи хочу сказать, что да, у Израиля есть высокотехнологичные разработки, но производственные мощности находятся за рубежом. Большинство комплектующих по израильским разработкам производятся в США и в странах Евросоюза. Голландия уже отказалась поставлять комплектующие, которые по заказу Израиля она производит. Так что это звоночек о том, что прекращение военной помощи нельзя сбрасывать со счетов. Возвращаемся к провозглашению государства. Если ООН проголосует за провозглашение государства, а это абсолютно досягаемая цель, поскольку у США есть право вето заблокировать, либо дать голосованию пройти, и если это право вето использует США, хочу сказать, что членами Совбеза также является Китай, который, несомненно, проголосует за палестинское государство. Россия, нет сомнения, что проголосует. Остается Великобритания, которая, скорее всего, воздержится. Остается США. Франция, скорее всего, либо воздержится, либо проголосует. США. И будет все повиснет на США, как всегда это было до сих пор, так и это будет в этот раз. И тут можете себе представить, я это предполагаю, сегодня уже ничему не удивлюсь, если США проголосуют, если они уже начали процедуру и открыто об этом заявили. Резиденция Байдена об этом, администрация Байдена, и они торопятся, поскольку они должны успеть до октября, в октябре в Америке выборы, они хотят вывести на голосование ООН провозглашение палестинского государства. Если США проголосуют «за», то Израиль, вы сказали, кто этим будет заниматься? Это уже будет неважно. Как только будет провозглашено Лигой наций и Организацией Объединенных Наций государство палестинцев, палестинское государство... Со столицей в Восточном Иерусалиме? Вопросы, в какой столице и в каких границах, уже уйдут на второй план. Хамас требует, чтобы палестинское государство было в границах 1967 года.
Палестинская автономия Абу-Мазен требует, чтобы со столицей в Восточном Иерусалиме, это уже будет вопрос второго плана. Как только будет провозглашено государство, вообще в мировом праве, в мировой политике, любое государство, которое обретает легитимность, на его сторону, в его пользу сразу начинает работать весь спектр международного права. Это целая плеяда законов, которые любое государство может использовать абсолютно легитимно, и будет полная поддержка ООН в свою пользу. Здесь есть два главных закона. Закон о возвращении и закон о воссоединении семей. Палестинцы на следующий день после провозглашения государства сразу будут апеллировать к этим двум законам, а это означает, что более 10 миллионов палестинских беженцев, это уже их потомки в третьем поколении, которые проживают за рубежом, сразу соберут чемоданы фактически и примут такое решение вернуться на свою родину или свое государство. Почему бы и нет? Где на территории Израиля, на территории сектора Газа или на территории западного берега реки Иордан, пусть кто-нибудь мне объяснит, может поместиться порядка 10 миллионов палестинцев. 5 уже живут сейчас на территории вокруг Израиля, Палестина, Газа, сектор западный берег. И 5 как минимум захотят приехать в свое государство. И еще 2 миллиона граждан Израиля, арабы. Израильские арабы, так называемые. Ну, это тоже палестинцы. Да, но мы сейчас говорим пока что о вот том территориальном поясе, который называется западный берег реки Иордан, или сионисты называют Иудея и Самария. Где там смогут уместиться около 10 палестинцев после провозглашения государства Палестина? Это физически, территориально невозможно. Поэтому в то, что нам, когда я слышу от слов каких-то чиновников в правительстве Израиля или о средствах массовой информации о том, что все идет к тому, что будет создано два государства для двух народов, у меня это вызывает улыбку, поскольку я понимаю, что это невозможно. И то есть практическая реализация невозможна. Реализация может быть только в одном случае. Да. Одно государство для двух народов. Тогда теряет смысл сама сущность. То есть, я вам скажу, тогда в этом случае будут расшатаны основы еврейского государства. Ведь Совершенно Израиль же, Израиль, то есть получается, что сама идея создания израильского государства, она предается анафеме, потому что ведь предполагалось именно создание Израиля в качестве еврейского, а не политического, не в качестве, скажем, многонационального или многоконфессионального государства. Это государство одного народа и одной конфессии. Во-первых, произойдет полный крах идеологии сионизма, да. Как обрушилась идеология коммунизма и развалился Советский Союз, а сионизм это такая же, в принципе, идеология. Идеологии в истории человечества падают и встают. Новые появляются, старые не выдерживают и разваливаются. Поэтому, скорее всего, идеологии сионизма как таковой, на основе которой было создано еврейское государство, в случае одного государства для двух народов, оно выживет, себя изживет и фактически уже не будет под собой иметь никакой легитимности. Сионизма как такового не будет, и Израиль не сможет далее называться еврейским, поскольку у еврейства не будет монополии на государственность Израиля и на выдавание гражданства его жителям. Я немножко не согласен с вами. Сионизм не может развиться, потому что это в некотором смысле теократическое понятие. То есть сионизм, он подкреплен еще и религией, иудаизмом. То есть это симбиоз, на мой взгляд. Сионизм – это идеология, которая под собой, если в двух словах, подразумевает следующее. Все евреи должны собраться в своем государстве, в своей стране. И вот религиозная часть этого, что земля обетованная находится в Израиле, столицей которого является Святой Иерусалим. То есть это светское выражение, секулярное выражение религиозной доктрины. Это не фактически, а напрямую так, поскольку сионисты и поселенцы, они все то, что мы называем в Израиле вязаная кипа, они все религиозные, но не религиозные ультраортодоксы, а они религиозные, которые мы их называем масорти, то есть они традиционалисты. Но в их понимании конечная цель – это собрать всех евреев в государстве, в еврейском государстве. А если государство
Израиль станет палестино-еврейским, то уже не будет легитимации и не будет монополии на еврейскую этническую группу. Теряет стержень. Вот как раз это государство. Сионизм как раз и есть и стержень государства Израиль, конечно. Поэтому оно рассыпется. Поэтому это фактически такой же распад, как начиная от Римской империи, заканчивая Советским Союзом. На основе чего это все распадается? На основе того, что идеология не выдерживает. Не выдерживает реальности. Поскольку мир постоянно меняется, а идеология не меняется. Идеология падает или прогинается под изменчивостью этого мира. То же самое, что и произойдет, в потенции может произойти с Израилем. Мы пришли к моменту, когда нужно так или иначе изменить статус-кво. Придется решать вопрос с палестинским этническим меньшинством. Так или иначе, правые требуют того и готовы за это воевать, чтобы статус-кво остался незыблемый. Левые готовы, требуют и готовы за это воевать, чтобы статус-кво был изменен, чтобы было признано палестинское государство и чтобы Израиль пришел к тому или иному решению, к сосуществованию с палестинским меньшинством этническим. В одном государстве или... Вот это вопрос, к которому мы возвращаемся. Сторонники этого решения утверждают, что можно создать два государства для двух народов. Я считаю, что этого создать невозможно чисто физически, территориально, поскольку целый ряд аспектов не берется во внимание. Это закон о возвращении, закон о воссоединении и количество беженцев палестинских, которые уже в третьем поколении проживают за рубежом. Что будет с этими тремя вещами? Я даже не говорю уже о границах 67-го года, поскольку если это будет одно государство для двух народов, этот вопрос уже сойдет с повестки дня. Израиль потеряет Иерусалим. Израиль оставит себе только западную часть. Ну, либо, если это будет одно государство для двух народов, это будет столица, одна столица для двух народов. Говоря, что потеряет Иерусалим, я имею в виду, что потеряет ту часть, где есть израильские святыни, да, фактически. Здесь, что мне мало верится, придется притягивать международные институты. То есть это уже теория конструктивизма. Институты, которые способны, на мой взгляд, немногие способны, сохранить мир. И вы только что несколько минут назад привели явный пример, даже целый ряд примеров, что институты в нынешнее время не работают. Что, будем называть это вашими терминами, Россия аннексировала Крым, и ничего за этого не было, кроме санкций. Азербайджан освободил территорию Нагорного Карабаха, там было этническое меньшинство, но тем не менее это не было названо нарушением прав человека, то, что они были выгнаны. Абсолютно. А теперь мы ведем речь о том, что нужно будет решать вопрос с палестинцами. Это будет, как это будет решаться? В жестком формате, как вот предыдущие два примера, или более в мягком формате, институциональном, если можно так назвать, с помощью организации ООН, с помощью разного рода других организаций по правам человека, смогут ли здесь жить два народа разных в одном государстве с одной столицей? У меня это вызывает большие сомнения, поскольку, во-первых, большое количество израильтян, скорее всего, не захотят. Я не говорю большинство, я сказал большое. То есть, скорее всего, будут те, у которых нет проблем сожительствовать с палестинцами, с арабами. Главное, чтобы сохранялся мир, в чем я сомневаюсь, поскольку первый период будет очень болезненный. Другая часть израильского общества не захотят жить в таком государстве. Возможно, они примут решение либо уехать. Я знаю, что третья часть израильского общества, вот эти как раз сионисты-поселенцы, они все-таки, наверное, примут это более жестко. Я даже не исключаю какой-то острой фазы внутренней борьбы, в том числе и конфликтной борьбы вот этих вот поселенцев, которые откажутся принимать провозглашение палестинского государства ни на территории Западного берега, ни на территории сектора Газа, тем более ни одно государство для двух народов. Поэтому здесь очень много подводных камней на пути к решению палестино-израильского конфликта. И вернемся на начало нашей беседы. Сейчас как раз идет война, борьба между теми, кто хотят сохранить статус-кво, и теми, кто хотят его изменить. То есть на кону сейчас будущее Израиля. Да, будущее Израиля и главная задача, которая выражается в двух направлениях. Это реоккупация, это проводится, и фактически израильская армия расширяет свою зону влияния в секторе Газа. И второе, намеченная депортация, то есть... По большому счету, палестинцы покидают сектор Газа из северной части,
они ринулись в Южную, сейчас в основном сконцентрированы в городе Рифах. Я думаю, что после наступления, после вторжения израильской армии в Рифах, они, скорее всего, покинут и уйдут в сторону Египта и, наверное, в сторону Западного берега. Оккупация и зачистка города Рафиах – это фактически последний фортпост перед границей с Египтом, Синайский полуостров. Это фактически будет означать полная оккупация, полная зачистка всего сектора Газа. Это чревато не только гуманитарной катастрофой, поскольку там собралось более миллиона палестинских беженцев. Среди них также есть боевики Хамаса – это раз. Среди них есть также женщины, дети, старики – это два. И самое, что болезненное, среди них – видимо, есть взятые в плен и в заложники израильтяне с событий 7 октября. Это все, судя по всему, сейчас сконцентрировано в Рафиахе. И как раз вот идет активная дискуссия и спор как между израильскими силовиками, так и внутри кабинета министров о том, проводить ли эту военную операцию, которая чревата жертвами и гуманитарными событиями не позитивного характера. То есть там может быть нехватка воды, нехватка питания, нехватка медикаментов. И тогда на Израиль обрушится еще больше негатива со стороны институтов зарубежных о нарушении прав человека и военных преступлениях. Это раз. Либо остановить операцию здесь, провести, как говорится, линию, отойти, вывести частично войска, чтобы дать возможность палестинским беженцам частично вернуться в свои дома, ослабить этот, выпустить этот пар, ослабить напряжение, поскольку у нас сейчас еще и обострились отношения с Египтом, с которым у нас есть мирное соглашение 1978 года. Поэтому здесь на кону слишком много. И, к сожалению, я хотел бы признать, что в такой судьбоносный момент мы находимся не с правильными людьми во главе нашего государства. Хочу тут сделать одну такую вот замечание. Невозможно решить проблему с теми факторами, найти решение с теми же факторами, которые являются частью проблемы. На мой взгляд, Хамас – это часть проблемы. Переговариваться с ними, чтобы найти решение, в этом не могут принимать участие Хамас, поскольку Хамас – часть проблемы, она не может быть частью решения. То же самое наш премьер-министр, который на протяжении уже около 20 лет, фактически, с его молчаливого согласия, это открытая информация, потакал укреплению Хамаса, если он часть проблемы, он не может быть частью решения. Чтобы найти решение, нужны новые факторы в этом уравнении. Поэтому, как мы говорим часто на иврите, что то, что является частью проблемы, не может быть также являться частью этого решения. И вы считаете, что Нетаньяху – это часть проблемы? Судя по всему, да. Поскольку именно то, что мы называем на его смене, то есть его смена, это я имею, подразумевается, он занимал пост премьер-министра, происходили практически все конфликты, вы можете посмотреть хронологию в интернете, для этого я вам не нужен, что в основном большинство конфликтов с Хамасом и в секторе Газа, а также на западном берегу реки Иордан, прошли, когда на смене премьер-министра и этот пост занимал Бенямин Нетаньяху. С его позволения поступали деньги, Хамас укреплялся, и ничего не было сделано для того, чтобы упредить нападение 7 октября. Это мы сейчас называем в Израиле концепция. Хорошо, а кто альтернатива? Альтернатива — это Ганс с Лапидом, а они выступают за создание палестинского государства. То есть нет другой альтернативы? Лапид, Ганс и некоторые другие политики, да, действительно выступают за создание палестинского государства. Есть еще один политик, которого я очень уважаю, которая была снята с этой дистанции, причем очень таким вот некрасивым шагом. Это госпожа Ципи Ливни, которая, на мой взгляд, должна была возглавить, не только на мой взгляд, фактически у нее был потенциал возглавить правительство и стать премьер-министром, но ее сняли с этой дистанции очень таким вот некрасивым шагом. Фактически ее предали ее коллеги с ее партии. Она растеряла социальную базу. Она не растеряла социальную базу, просто фактически, во-первых, она женщина, она не смогла выдержать накал этих страстей. Во-вторых, фактически ее предали. И, на мой взгляд, она просто устала от политики, поскольку в политике ведется игра не по правилам. И хотя, на мой взгляд,
Не будем забывать, что госпожа Ципи Ливни является офицером Моссада, она была сотрудником спецслужб, ее отец, герой восстания, еврейского восстания в Палестине, также принимал участие в борьбе за государство Израиль. То есть это целая семейная политическая династия. Династия, которая фактически ведет, которая в себе и несет все ценности государства Израиль. И поскольку понимали, она открыто высказывалась, что палестино-израильский конфликт должен быть решен только через провозглашение из палестинского государства, ее сняли с дистанции, а сняли ее потому, что она была на тот момент самым серьезным конкурентом и была самой серьезной угрозой Бениамину Нетаньяху. Поэтому, на мой взгляд, и это не только мой взгляд, это львиная доля израильского общества считает, что Нетаньяху, поскольку является частью проблемы, и не будем забывать, что нападение и резня 7 октября произошли, когда на посту был премьер-министр Нетаньяху. Если, судя по всему, из этого можно сделать жирный большой вывод, что он является частью проблемы. Он не может являться также частью решения этой проблемы. Если на его смене была создана эта проблема, на его смене и нельзя найти решение этой проблемы. И сейчас происходит почти каждый день, особенно в каждую субботу, пятницу-субботу, да, сегодня мы пойдем демонстрации, снимать, да, сегодня мы пойдем демонстрации, именно антиправительственные, да, демонстрации. Но они малочисленны. Там 50, 100, 200 человек в основном выходит выразить свой протест. Ну, этих людей намного больше, судя по тому, в каком ракурсе снимает видеокамера. Боятся, вы думаете, люди? Во-первых, многие боятся, потому что полиции приказано жестко подавлять эти восстания. Во-вторых, здесь я хочу сделать одно замечание, которое также является открытой информацией. Большинство этих демонстраций финансируется. Финансируются они из-за предела Израиля. Американцы. В основном они финансируются администрацией Джо Байдена, демократы, в которых присутствует израильское и еврейское лобби, которое всячески потакает этим демонстрациям, поскольку их целью является свержение Бениамина Нетаньяху со своего поста премьер-министра. Поэтому большие ресурсы и деньги тратятся на эти все демонстрации. Бениамин Нетаньяху недавно попытался инициировать уголовное расследование по тому вопросу, кто финансирует антиправительственные демонстрации и кто пытается расшатать государство Израиль. Поэтому люди боятся жестокости полиции, это раз. Во-вторых, не так много людей уже... Вот нынешние недавние муниципальные выборы показали явно о том, что еврейское государство и израильское общество находятся в очень плохом настроении. И, скажем так, ну, настроение не то чтобы безнадежное, но оно очень, скажем так, явка на выборах была крайне низкая, по-моему, самая низкая за всю историю муниципальных выборов. То есть люди фактически теряют веру в то, что что-то можно изменить. И это, естественно, оказывает свое влияние на их желание выйти на эти демонстрации, поскольку до 7 октября целый ряд таких демонстраций расшатывал Израиль по поводу судебной реформы. Сейчас демонстрации, фактически, которые выглядят одинаково, но преследуют другую цель – надавить на премьер-министра, чтобы он ушел в отставку. Когда вы сейчас, наверное, ехали на интервью, вы видели плакаты, которые висят на мостах. Бениамин Нетаньяху должен уйти. Это свидетельство о том, что есть глубочайший раскол в израильском обществе по поводу не только событий 7 октября, не только войны в секторе Газа, железные мечи, не только, а вообще всей ситуации. Израильское общество пришло к своему историческому моменту, когда оно должно принять решение однозначное, что делать с Хамасом, а где Хамас, там и палестинское государство. То есть уничтожить Хамас, ликвидировать его лидеров, то, что до сих пор не было сделано по целому ряду вопросов. Возможно, есть на это причины, но вопросов больше. Аннексировать сектор Газа, прекратить существование террористической группировки Хамас, поскольку с Фатхом у нас есть мирный договор. С этой стороны у нас нету никаких угроз. У нас есть угроза с Хамаса. Почему Хамас до сих пор не ликвидируется? Почему его лидеры до сих пор мы ведем с ними переговоры? Хочу напомнить, что одно высказывание, известное высказывание госпожи Голды Мейер, которая после теракта 1972 года на Мюнхенской Олимпиаде,
когда у палестинских боевиков «Черного сентября» были в заложниках израильские спортсмены, она сказала одну ключевую фразу. Заложников нужно освобождать, их не нужно обменивать. Поэтому, но мы сейчас ведем переговоры по обмену, мы их не пытаемся освободить. Есть целый ряд проблем, в том числе и тактических на земле. Не так просто освободить заложников, поскольку, во-первых, израильская армия не знает, где находятся все и в какой кондиции. Во-вторых, мы не знаем, как их освободить, поскольку если они находятся в тоннелях, это вдвойне сложная проблема. Но тем не менее, не предпринимаются, нет видимости того, что предпринимаются шаги по полному ликвидации Хамаса, по решению проблемы сектора Газы и по какому-то выходу из этого вот лабиринта палестино-израильского конфликта. Вот как раз и на этом играют левые, поскольку они показывают, демонстрируют, что если вы не можете решить вопрос с палестинцами, то значит нужно дать им провозгласить государство и решить этот вопрос раз и навсегда. Правые же, наоборот, давят на канцелярию премьер-министра о том, чтобы она продолжала военную операцию, оказывают давление на армию, очень часто критикуют наших генералов, особенно часто происходят конфликты между Бен-Гвиром, Смотричем и генштабом Израиля, о том, что операция, по их мнению, идет недостаточно жестоко, недостаточно жестко, и нету продвижения. Куда еще жестче? Куда еще жестче? Вот весь мир обвиняет Израиль, скажем, в антигуманных целях, в гибели людей, в жертвах среди мирного населения. Куда еще жестче? Вот это как раз и есть проблема, которая не сегодня, а завтра все-таки встанет костью в горле нашего премьер-министра, администрации нашего правительства и перед целым рядом политиков, которые должны будут принять решение. И сейчас как раз вот в эти буквально в ближайшие дни должна произойти какая-то либо развязка. Либо военная операция продолжается и зачищается весь сектор Газа, либо она останавливается, а это смерти подобно, поскольку топтание на месте для любой военной группировки это как живая цель для боевиков, либо эту операцию нужно сворачивать и выводить войска из сектора Газа. Тогда группировка Хамас продолжит свое существование, лидеры не будут ликвидированы, будет оказана какая-то или иная гуманитарная помощь сектору Газа, и Израиль встанет снова перед вопросом, что делать дальше. И здесь я хочу сделать следующий комментарий о том, что если будет решено этот статус-кво сохранить, то это отбросит Израиль на многие годы, десятки лет назад, поскольку мы опять столкнемся с третьей интифадой, потом с четвертой интифадой, и эти военные операции израильской армии обороны будут продолжаться в секторе Газа, возможно, произойдет восстание на западном берегу реки Иордан, возможно, начнется война с Хизбаллой в Ливане, то есть нету выхода, мы опять снова войдем в тупик. Либо будет изменен статус-кво нынешний, то есть начнется процесс, который в принципе в одностороннем порядке уже США начали, процесс провозглашения палестинского государства, но тут возникает целый ряд вопросов. На какой территории, в каких границах и прекратится ли противостояние палестинцев против еврейского государства? Что будет с группировкой Хамас, с ее боевиками и с ее лидерами? Саймон, 10 марта начинается священный для мусульман месяц Рамазан. Многие в Израиле предрекают восстание в Иерусалиме. Во всяком случае, появилась информация, что лидеры Хамас обратились к мусульманской части Иерусалима и к другим мусульманам, проживающим на территории Израиля и на западном берегу, начать шествие в сторону Алякса. Что вы думаете, можно ли ожидать начала третьей интифады 10 марта в Израиле? Сейчас Израиль находится в таком положении, что ожидать можно чего угодно. Можно ожидать всплеска интифады, это раз. Можно ожидать восстания, палестинского восстания на западном берегу реки Иордан, это два. Но там сейчас проводится спецоперация. Там проводится целый ряд спецопераций, поскольку израильская армия действует точечно, малыми группами. У каждой группы она ответственна за свой сектор. В каждом секторе есть свои цели. Есть индивидуумы, которых нужно ликвидировать, а есть индивидуумы, которых нужно найти и арестовать, и вывести оттуда. То есть полномасштабных военных действий там пока не ведется. Третий момент, острая точка, это северный израильский фронт, это юг Ливана,
где активно действует группировка Хизбалла, которая, в свою очередь, поддерживает Иран. То есть можно ожидать чего угодно. То, чего мы ожидали с сектором Газа, с группировкой Хамас, здесь нет ничего нового. Хамас напал на Израиль, началась военная операция. Хочу напомнить, что за последние 20 лет в секторе Газа было проведено уже более 10 военных операций разной сложности, разного масштаба. Тем не менее, ни одна операция не была доведена до конца. Хамас не был ликвидирован, хотя было время и были возможности его ликвидировать раз и навсегда. Сейчас мы вновь вступили в очередную фазу военной операции в Газе. С Газой все понятно. Что происходит в Иерусалиме? Сейчас действительно 10 числа будет Рамадан и возможные беспорядки, восстания, возможно даже какая-то видимость интифады и попытка спровоцировать восстание на западном берегу реки Иордан. Тут хочу заметить, что Абу Мазен не заинтересован в этом восстании, поскольку есть договор с Израилем. И многие правые, скажем так, активисты правого сектора израильского общества требуют и открыто об этом говорят, что Ословские соглашения мертвы, что их нет смысла возрождать, что не о чем разговаривать с палестинцами, что палестинцы никогда не откажутся от боевого противостояния с еврейским государством, от военного сопротивления, и что с палестинцами нужно решать вопрос только военным образом. Это мнение правого лагеря. Я прошу прощения, но насколько я понимаю, Абу Мазен, он же Махмуд Аббас, не совсем до конца контролирует ситуацию в Рамалле и на Западном берегу. То есть процессы могут выйти вне его контроля, под влиянием других политических сил, в первую очередь Хамас. Израильские спецслужбы, израильская армия помогает настолько, насколько она может, помогает Абу Мазену контролировать ситуацию на Западном берегу. То есть я имею в виду 10 марта, я вот привязки к событиям 10 марта. Да, да, туда стягиваются определенные силы определенных израильских военных подразделений и родов войск. Поэтому остается только уповать, что в период Рамадана не будет серьезных каких-то вот потрясений, возможно, будут какие-то локальные, возможно, даже теракты, но это не выйдет из-под контроля. И крайне острая ситуация сейчас находится с группировкой Хизбалла. Вот эта вот составляющая в этом уравнении, ее нельзя сбрасывать со счетов. Дело в том, что Хизбалла, настолько, насколько я знаю, а я некоторое время изучал возможности этой группировки, ведь там воюют не только уже палестинцы, там воюют целый ряд наемников почти со всего арабского мира. И поэтому группировка Хизбалла — это уже давно не просто палестинское движение за освобождение. Это является полномасштабным иранским прокси, в рядах которых воюют регулярные военные иранских страж исламской революции. Почему ликвидации, которые проводит Израиль на протяжении этих 4 месяцев, там постоянно ликвидируются генералы стражи исламской революции? Что делают военнослужащие Ирана в Ливане или в Бейруте или на территории Сирии? А именно то они как раз и делают, что это считается фактически часть вооруженных сил Ирана. И нельзя уменьшать это неизвестное в этом уравнении, поскольку этот фактор рано или поздно даст о себе знать. Но Иран не заинтересован сейчас и не вступит в военный конфликт с Израилем, он не пойдет на лобовое столкновение. Об этом, в принципе, ситуация ясна с этим. Не думаю, что Хизбалла тоже заинтересован в новой войне и в последние дни в некоторой степени дистанцируется от конфликта в Газе, не увлекается в него. Иначе не стал бы отступать на 2 километра от израильской границы и, по всей видимости, отступит еще на 10. Я бы сказал так. В Иране ведь тоже сидят не глупые. Они понимают, что колокол звенит по ним. В Иране понимают, что колокол звенит по иранскому режиму. А это навязчивая идея свержения иранского режима, как демократов, так и республиканцев. Вообще это повестка дня не только США. Ядром американской повестки дня, как обычно, выступает Великобритания. И, в принципе, после 11 сентября, теракта 11 сентября в Нью-Йорке, есть такая навязчивая идея по свержению режимов на Ближнем Востоке. Отсюда началась вот эта пресловутая арабская весна.
То есть началось свержение режим за режимом. Ирак, Ливия, попытка свержения Асада в Сирии. То же самое, та же самая судьба, в Тегеране это понимают. Судя по всему, ожидает и иранский режим. Если на протяжении некоторых лет Россия смогла остановить вот эту вот бунтующую арабскую весну, так называемую, которая поддерживалась именно западными спецслужбами и западной вооруженной группой американской армии в купе с армией Великобритании и целого ряда других стран НАТО, то сейчас, поскольку Россия увязла в конфликте с Украиной, она уже не сможет спасти режим Башара Асада. Мое предположение, что, возможно, будет совершена вторая попытка свергнуть режим Башара Асада, и фактически будет открыта дорога, если будет также нейтрализована группировка Хизбалла, которая вот-вот должна была быть, могла быть нейтрализована после 7 октября, и когда Хизбалла фактически уже у них был палец на курке, вступить в конфликт с Израилем, открыть второй фронт. И есть целый ряд мнений о том, что была договоренность между Хамасом и Хизбаллой, но Хизбалла не сыграла, это последний раз. Момент, да. Два, была договоренность, но Хамас опередили, поскольку они поняли, что, скорее всего, их планы раскрыты израильскими спецслужбами. И они, хотя, если они не выступят сейчас, не нападут 7 октября, то возможно, что нападение будет предотвращено израильскими силовиками. И третье, возможно, что не было никакого договоренности и планирования. Хамас отдельно, Хизбалла отдельно. Возможно, Хизбалла планировали рано или поздно с Хамасом или без него напасть на Израиль и открыть так называемую уже третью Ливанскую войну. Но то, что к берегам Израиля, к берегам Ливана подошел авианосец США после 7 октября и целая группа ВМФ, это был сдерживающий фактор. Своей цели это достигло. Хамас не решились, Хизбалла не решились напасть на Израиль. Но тут надо понимать, что в Иране тоже понимают всю ситуацию. И фактически спровоцировать Хизбаллу — это получить, как мы говорим на иврите, открытый чек, то есть карт-бланш на нападение на Иран, поскольку за Хизбаллой стоит Иран. По дороге на Иран можно и попытаться свергнуть режим Башара Асада, поскольку Россия уже не сможет его защитить. Но в период войны 2006 года, во время войны Израиля с Хизбаллой, Иран не вовлекся. Да, поддерживал доставкой боеприпасов, финансово, организационно, но не вовлекся в военные действия. Я думаю, не вовлечется и в этот раз. Я, кстати говоря, думаю наоборот, поскольку сейчас очень сильно крепнет новый полюс на глобальной карте международных отношений. Если после холодной войны Советского Союза не стало, и двуполярный мир стал однополярным, потом он трансформировался в мультиполярный, сейчас у нас встал новый полюс. Этот новый полюс включает в себя Индию, Иран, Россию и Китай. А также государства страны БРИКС. Это новый полюс, и теперь мир из мультиполярного снова возвращается в биполярный. Но тут уже есть глобальный Восток против глобального Запада. Иран, поскольку он находится за пазухой этого глобального Востока, в члены которого также входят Россия и Китай, то Иран, у него в принципе за спиной такие игроки, что он не боится. То же самое, что, в принципе, лидер России не раз предупреждал Бенямина Нетаньяху о том, чтобы он не провоцировал Хизбаллу и не провоцировал, и тем более не инициировал нападение, поскольку был такой план нанести ракетный удар, авиационный удар по инфраструктуре Ирана, которая работает над разработкой ядерного оружия. Это не произошло по одной простой причине, что Россия предупреждала неоднократно Израиль этого не делать. Поскольку Китай уже высказался, что он в случае войны с Ираном встанет на сторону Ирана. И Россия, естественно, будучи членом этого блока, тоже встанет на сторону Ирана. Поэтому Ирану сейчас есть меньше бояться, чем в прошлом. Если в прошлом, в первую Ливанскую, во вторую Ливанскую, он был как бы один, одинокий, то после арабской весны, после 11 сентября и после 2011 года ситуация резко изменилась на Ближнем Востоке. Сейчас Ближний Восток, в принципе, между молотом и наковальней, между двумя полюсами. И сейчас идет борьба, кто в конце концов в этой биполярной игре, фактически новая холодная война, возьмет под свой контроль весь Ближний Восток, включая Израиль. Но
Ялтинская система еще до конца не рухнула, постялтинская система еще на стадии становления, поэтому окончательно баланс сил все еще не вырисовывается. То есть идет формирование нового многополярного мира, но каким он будет, его представить еще очень тяжело. Я хочу вас спросить еще. Хочу вернуться к Хамасу. Я знаю, что вы какое-то время работали в силовых структурах в Израиле, посвящены в методологию, в технологию разработок и методов работы террористических организаций, противодействия спецслужб этим методам. После того, как боевики Хамас вторглись, точнее до вторжения на территорию Израиля, я знаю, что они, то есть это уже информация нашла свое подтверждение в ваших СМИ, они из своих телефонов выняли местные сим-карты и вставили израильские. И по информации, которая проходит в ваших же СМИ, хамасовцы начали звонить кому-то сюда, в Израиль. Что это за история? Поменять сим-карты с палестинских. В Палестине, в секторе Газа, есть своя телефонная компания, свой провайдер, который осуществляет, там обеспечивает телефонную связь. В Израиле есть свой. Та информация, которая действительно была утечкой в средства массовой информации в Израиле на прошлой неделе, о том, что, как оказывается, спецслужбы, а в частности Шабак, зафиксировали, что целые несколько десятков боевиков Хамаса ночью с 6 на 7 октября открыли свои телефоны, вытащили сим-карты палестинского провайдера и вставили сим-карты израильского провайдера, говорит лишь об одном. Для чего им нужны были сим-карты израильские? Сим-карты израильские нужны только для одного, чтобы иметь связь с кем-то на территории Израиля, у которого есть также израильский провайдер, который обеспечивает связь. То есть, иначе нельзя найти никакого оправдания тому, что они поменяли в своих телефонах сим-карты и поставили на израильских провайдеров телефонных компаний. То есть, судя по всему, может быть конспирация? Бытует мнение, я специально подчеркиваю, что это лишь мнение, о том, что у них кто-то был из пособников внутри. Здесь я хочу вернуться, вы меня вернули и правильно сделали, на то, что я хотел все-таки стоит сказать о том, что в ночь с 6 на 7 октября произошел целый ряд событий, которые просто сейчас пока еще не нашли объяснения, по крайней мере, в открытых средствах массовой информации. Во-первых, нужно понимать, что разведка, электронная разведка израильской армии, это подразделение 8200, оно оснащено самыми передовыми технологиями, которые, наверное, существуют, если не в Израиле, то в мире точно. На границе с сектором Газа был целый ряд небольших баз, такие заставы, на которых сидели вот эти тацпаниот. В основном это женщины, девушки, которые ведут слежение на экранах своих мониторов о происходящем, и они покрывают всю территорию, всей границы с сектором Газа. Там, где заканчивается спектр территориального обозрения одной заставы, на этом же метре, на этой же линии начинается спектр обозрения другой заставы. И вот таким вот цепным методом они работают. Несколько офицерш этой службы разведки на протяжении нескольких месяцев до нападения 7 октября, а в их компетенцию входит и в их обязанности входит периодическое написание рапортов и передача этих рапортов своему командованию о их наблюдении. Это обученные специалисты, и несколько офицерш писали, несколько наблюдательниц, они писали рапорты о том, что на территории сектора Газа они наблюдают ненормальное движение боевиков, их тренировки, новое оборудование, которое у них появилось, а именно она писала о том, что в их распоряжении появились макеты израильских танков, макеты израильской военной базы, а также несколько десятков джипов белого цвета, которые мы впоследствии увидели нападающих на Израиль. Эти рапорты, эти доклады были проигнорированы. Это раз. Второе, смена сим-карт. То, о чем вы сказали, я уже об этом сказал, это два. Третье. Дело в том, что служба Шабак, лидер, глава которой был разбужен в ночь с 6 на 7 октября, когда ему передали информацию, что что-то происходит,
который провел эту ночь в своем штабе, в своем офисе, он послал несколько групп, несколько колонн автомашин бойцов специального подразделения Шабака. Подразделение называется, по внутренним сленгам называется Такила. Это подразделение Такила выехало в сторону то, что мы называем ОТЭФ. ОТЭФ – это пояс, приграничный пояс с сектором Газа. Ну, не доехало. Почему-то. Эти группы были расстреляны. Вот я говорю, не доехало. И почему? Эти группы на автомашинах, обычно бойцы этого подразделения передвигаются на фургонах типа «Саванна». На многих видеокадрах после нападения Израиля можно заметить, что эти саванны, они перевернуты в кювете, и у них отличительные знаки и мигалки, которые видно, что это саванны, это фургоны спецслужб. Их расстреляли на перекрестке за несколько часов до официального объявления о нападении Хамаса, когда мы видели кадры, когда трактор, бульдозер сбивает этот забор, едут джипы, расстреливают людей в Сдероте, в Кфар-Аза, и в других деревнях, поселениях и на военных базах. Их расстреляли, еще были сумерки. То есть на этих перекрестках, судя по всему, подчеркиваю, это мое личное мое предположение, я не хочу не спекулировать и распространять слухи, это лично мое предположение. Не только мое, но сейчас я высказываю свое предположение. Эти группы были расстреляны. Эти бойцы Шабака были расстреляны какими-то группами, которые заняли позиции задолго до нападения Хамаса и прорезания забора ОТЭФа. То есть... Их арабы расстреляли или евреи? Как вы думаете? Это вопрос, на который у меня нет ответа. Но какие-то группы, которые устроили засаду этим силовикам, находились на перекрестках, на дорожных перекрестках. То есть... Это далеко от границы. Хороший вопрос. То есть, если это были боевики Хамаса, выходит, что они прорвали границу, и они не вступали ни с кем в бой, они проехали на заранее запланированные позиции, перекрестки дорог, где они заняли позицию и устроили засаду. Более того, всем уже известно мнение о том, что одни говорят 10 часов, другие говорят 12, третьи говорят 18. На протяжении многих часов, будем говорить так, не приходила помощь тем военнослужащим, которые были захвачены в этих заставах, и те люди, которые были расстреляны в своих домах. Почему не приходила помощь? Опять мы возвращаемся к тому же. Были засады на нескольких дорогах, которые расстреливали израильских силовиков, которые двигались в сторону ОТЭФа, в сторону границы с Газой. Кто были эти боевики? Они пришли из сектора Газа или они пришли изнутри? Это очень острый вопрос. И сейчас будет уже организовано, это уже официальные сведения о том, что организована не одна следственная комиссия, а четыре. Одну комиссию взял на себя Генштаб. Он хочет выяснить, какие были ошибки с его стороны. Вторая комиссия будет государственная, третья комиссия будет гражданская, и четвертая комиссия, кстати, в США возбудили уголовное дело и намереваются создать свою следственную комиссию, поскольку среди погибших есть граждане США, их родственники подали иск в суд, и ФБР, американский ФБР, Федеральная служба безопасности США, взяли на себя и инициировали расследование провала 7 октября. То есть нас ожидает 4 комиссии, 4 расследования и 4 вывода о том, что происходило 7 октября. Поэтому, судя по всему, если бы это была одна комиссия, ей можно было бы манипулировать в политических целях, то сейчас манипулировать 4 комиссиями будет крайне тяжело. Невозможно. Поэтому рано или поздно все-таки, наверное, мне хочется верить и хочется надеяться, мы узнаем правду о том, что произошло 7 октября. Не, вот мне интересно, вы не ответили точно на этот вопрос. Где была расстреляна группа спецподразделений? Насколько далеко от границ? Я не буду сейчас отвечать на этот вопрос, чтобы не инициировать никакие спекуляции. Я просто хочу... Известно где? Известно. Известно. Я просто хочу констатировать факт, что эти группы были расстреляны кем-то, где-то.
Но они были расстреляны на подступах к этим поселениям, которые были захвачены и где погибли люди. Я не буду говорить, где точно. И далее не хочу также выдавать и другие детали, но факт, он налицо. Сколько военнослужащих там было? Погибших, я имею в виду. Я не могу сказать, поскольку во-первых, я не знаю, Шабак официально не афиширует, сколько их офицеров погибло. Я знаю, поэтому, может, у вас есть информация. И бойцов этой спецгруппы. Но тот факт, что эта спецгруппа выехала, и выехала она ночью, когда еще были сумерки, и она, кто-то ее остановил, наталкивает на вопрос, что это были за засады, кем они были устроены и кто за этим стоит. Чем дальше в лес, тем больше дров. К сожалению, да. И еще один вопрос. Вы сказали, что из Катара в Газу поступают чемоданы с наличными деньгами. Но вместе с этим через Судан, Синайский полуостров, в сектор Газа поступают и боеприпасы, вооружение из Ирана. Это тоже официально известно. Почему Израиль не предотвращает поставку этих вооружений? Если верить официальным высказываниям правительства Израиля, Израиль не контролирует границу между сектором Газа и Египтом. Но Израиль не контролирует и Дамаск. Наносит же удары. Теперь Синайский полуостров, это уже вторая стадия, он не полностью контролируется режимом Египта. То есть тут одно на другое. На Синайском полуострове орудуют целые племена. Контрабандисты. Там я был, когда на Синайском полуострове, я проезжал сквозь него, там прямо видно, что есть дороги, которые контролируются одними семейными кланами, а есть территории, которые контролируются другими хамулами. Синайский полуостров – это неподконтрольная вот такая вот серая зона, которую не контролирует ни режим Египта, ни тем более Израиль. Израиль помогает Египту, так или иначе, насколько это возможно, контролировать Синайский полуостров, но на протяжении десятков лет из Синайского полуострова, вы не поверите, в Израиль проникали от наркотиков до женщин, которые работали проституцией, занимались в Израиле. Я сейчас говорю вам о событиях 90-х годов. То есть это настолько серая зона, которая не под контролем ни Израилю, ни Египту. Как это все происходит? Есть целые племена, которые занимаются, это следопыты, которые кочевники, которые проводят контрабандистов через специальные тропы, которые знают только они, и которые очень плохо контролируются пограничниками, израильскими пограничниками. Через эти тропы проезжают машины с вооружением, с наркотиками, с людьми и с бог знает еще с чем. И это все попадает в сектор Газа. Теперь, та часть границы, которая контролируется с Израилем, которая находится с Израилем, это с городом Эйлат, между Египтом и Эйлатом, она находится под жестким контролем израильских пограничников. Но та часть, которая находится, граница между Египтом, Синайским полуостровом и сектором Газа, не контролируется никак, ни Египтом, ни Израилем. Более того, есть целая сеть туннелей, которые ведут с Синайского полуострова под землей в сектор Газа. На протяжении десятков лет, вот последних, были сведения о том, что через эти туннели проходили не только контрабанда, не только оружие, наркотики, медикаменты, снаряжение для боевиков, но и наемники. Наемники из других арабских стран через Египет, а также военные инструктора и военные советники целого ряда государств, я сейчас пока не буду называть каких, проникали в сектор Газа, выполняли свою работу, а какую работу они могут выполнять, обучали боевиков Хамаса и уходили, уезжали домой. Поэтому это вот эта вот серая зона, это вот, как говорится, это черное пятно на вот этой вот ситуации, как предотвратить усиление группировки Хамас, и как предотвратить укрепление вот этого вот анклава, террористического анклава, который не отказывается и никогда не откажется от военной борьбы с еврейским государством. И вместе с этим, как будто бы этого недостаточно, еще из молчаливого согласия Израиля через Катар, из Катара через Иорданию
А возможно, даже и через территорию Израиля, я такой информацией не обладаю, не хочу спекулировать, перевозятся в автомобилях чемоданы с наличными деньгами. Вы можете найти в интернете целый ряд видеороликов. И впервые это стало известно в 2018 году, когда в эфире одного из телеканалов Израиля объявили о том, что было просто израильские спецслужбы, израильские военные остановили автомобиль, они не знали, что там. И оказалось, что там были чемоданы с наличными. И тогда произошла утечка этой информации в средства массовой информации в Израиле. И перед израильским обществом открылась новая реальность, что оказывается с молчаливого согласия поступают миллионы долларов наличными в сектор Газа. И в администрации премьер-министра была сказана следующая версия, что эти деньги на гуманитарные цели, на оплату зарплат чиновникам администрации сектора Газа. А кто является чиновниками? Это члены движения «Хамас». Если Хамас взял власть в свои руки в секторе Газа, то и все чиновники являются членами Хамаса. То есть выдается зарплата членам Хамаса. Далее, позже стало известно, что боевикам Хамаса выплачивается зарплата из этих самых денег, которые поступают из Катара. То есть, в конце концов, что мы имеем? Мы имеем картину перед собой ситуации, где группировка, которая напала на Израиль и устроила кровавую резню, и фактически поменяла это как геймченджер, то есть она сменила все правила этой игры. Она фактически пошатнула статус-кво. Эта группировка на протяжении десятков лет не только была с одобрения Израиля, пришла к власти, но и с одобрения тех, кто стоял у власти, спонсировалась, боевики обучались, одевались, обувались, кормились именно с согласия, с молчаливого согласия государства Израиль. То есть винить нужно только себя в данной ситуации. Мы имеем ситуацию, при которой или в которой сам черт сломает ногу. К сожалению, Саймон, да. Благодарю вас за очень интересную, продолжительную беседу. Вы очень широко, насыщенно ответили на все интересующие меня вопросы. Я думаю, что наша читательская и зрительская аудитория с большим интересом воспримет ваше выступление, ваши ответы. Спасибо. Спасибо вам, что пригласили. Напомню, что гостем нашей студии здесь, в Израиле, в Тель-Авиве, где работает наша журналистская группа, мы продолжаем работу в самых горячих точках охваченного войной и пожаром войны Израиль, был известный эксперт в области национальной безопасности и борьбы с международным терроризмом Саймон Ципис. Спасибо, до новых встреч.